Здравствуйте всем. Мы сегодня, у нас с вами сегодня очередная встреча на тему, ну, я ее назвал «Превозмоги себя», но на самом деле это не совсем по-русски получается. «Преодолей себя», наверное. И речь сегодня пойдет о том, как нам справиться с самой большой помехой в нашей жизни. Имеется в виду, разумеется, эмоциональная помеха, которой являемся мы сами. И наша сегодняшняя встреча, она построена на подходе двух ученых американских. Они лауреаты Нобелевской премии. Это Дэнни Канеман и Амос Тверский. И вот о чем пойдет речь. Речь пойдет о том, каким образом нам преодолевать свое внутреннее сопротивление для того, чтобы достигать новых успехов, новых рубежей и не мешать себе, потому что никто тебе как сам себе, как говорится, и относительно вот именно данного механизма, когда человек сам себе мешает, это действительно вот по-другому не скажешь. Никто тебе не мешает так, как ты сам мешаешь себе. Теперь, если я сейчас задам такой вопрос, кто бы хотел выиграть в лотерею, да, в серьезную такую лотерею? Ну, многие бы хотели выиграть в лотерею. Если я спрошу, а кто из тех, кто хотел выиграть в лотерею, заполнили лотерейные билеты, то таких, конечно, окажется гораздо меньше. И вот в чем дело. Дело в том, что мы в своей жизни часто действуем по принципу, чего я ожидаю от жизни, а не чего я хочу от жизни. То есть нам очень хочется в пассивной форме принимать от жизни все блага, и как бы ничего предосудительного в этом нет. Как бы мечта всего человечества – как можно меньше работать, больше зарабатывать и получать удовольствие. Вот. Но в жизни так часто не работает, обычно не работает. То есть то, что я ожидаю от жизни, и то, что я хочу, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть абсолютно не схожие друг с другом реальности. И мы сейчас с вами немножко поговорим о том, что же отличает то, что я ожидаю, от того, чего я хочу. Ну, мы много чего хотим, но, как мы уже говорили, мало делаем для этого, чтобы это воплощалось. Допустим, в различных аспектах жизни, будь то как бы то, что называется личная жизнь человека, да, создание пары, или там изменения какие-то, которые человек хочет привнести в свою жизнь. Там, допустим, заняться спортом, похудеть, чему-то новому научиться, закончить какие-то новые курсы, перейти на другую работу, найти более оплачиваемую работу, встретить любимого человека в жизни или что-то изменить в уже существующих отношениях. То есть колоссальное количество аспектов. Но человек либо это все откладывает, либо бездействует. Почему? Потому что мы всегда, когда мы что-то, о чем-то думаем, то мы начинаем себе предсказывать, как будет развиваться то, о чем мы думаем. То есть, допустим, человек решил, что он хочет найти более оплачиваемую работу. И человек начинает думать, рынок работы и так перегружен, сейчас сложно найти работу. Если я сейчас уйду с этой работы, иди знай, найду ли я еще одну работу. Я не самый выдающийся специалист в своей области, так что, слава богу, что у меня хоть какая-то работа есть. И поэтому, что мне рыпаться, лучше я буду сидеть на своей работе. То есть человек начинает себе... Почему лучше сидеть на своей работе?
Потому что, скорее всего, мне не примут на новую работу, и так много людей более высокой квалификации, чем я, поэтому для чего мне напрягаться, лучше уж пусть будет то, что есть у меня. Теперь, почему мы подобным образом часто себе так предсказываем и таким образом как бы осаживаем свою инициативу и не пытаемся продвинуться дальше? Дело в том, что любые наши подобные рассуждения и предсказания, они базируются на каком-то нашем предыдущем опыте. И поэтому, если у нас был какой-то негативный опыт, который окончился неудачей, то мы предпочтем больше не обжигаться и как бы быть очень аккуратными. Мы сейчас поговорим, почему. Или еще такой пример, там, жена или муж говорят друг другу: нам нужно с тобой поговорить. Реакция сразу: да, он мне так никогда не говорит, или она мне так никогда не говорит. Что случилось? Что случилось? Наверное, что-то случилось. Да, там... Помните, как в анекдоте, что муж пришел домой, увидел, что жена включила футбол, налила пиво, почистила леща, и муж понял, что машину не восстановить, да, после аварии. Так, то есть, когда что-то такое нестандартное, неожиданное происходит, у нас, у большинства из нас есть такая склонность начинать думать о чем-то негативном. Что случилось? У меня есть брат родной, и мы достаточно часто с ним перезваниваемся. Он живет в Канаде, я живу в Израиле. И когда ему звоню, он слышит мой голос, его первая реакция: что случилось? Я говорю: да ничего не случилось, все нормально, что-то должно случиться, слава богу, все хорошо. Но вот первая реакция: что случилось? То есть это привычка. Это привычка вот подобным образом реагировать на, может быть, даже на многое из происходящего или на все происходящее. Например, я очень достаточно много работаю там с людьми, которые пытаются найти свою пару, и мы рассматриваем, что с точки зрения там эмоциональности человека, духовности человека может являться помехой для этого. И такой случай, вот девушка пошла на очередное свидание, то есть никак она не может найти себе пару, встречается с разными молодыми людьми, никто ей не подходит уже с первых встреч, и вот она мне рассказывает, что она там во время первой встречи, она говорит, я ее спрашиваю, как прошло, она говорит, это была самая ужасная встреча в моей жизни. Я спрашиваю, самый ужасный дейт. Да, я говорю, что случилось? Что был такой ужасный парень? Она говорит, нет, парень был самый замечательный, то есть я такого даже никогда в жизни не встречал. Я говорю, что так было плохо? Она говорит, ты понимаешь, я уже настолько привыкла, что как бы парни, с которыми я встречаюсь, они мне не подходят, что я пошла после работы, неподготовленная на эту встречу, не привела себя в порядок, не накрасилась, не причесалась, не переоделась. Вот. А он был замечательный парень, и я так стушевалась, что вела себя как дурочка на этой встрече. И, наверное, я ему не понравился, потому что никак не мог понять, почему я себя так как-то скованно веду и непонятно. И я спросил, я говорю, почему ж ты пошла неподготовленной навстречу? Она говорит, ну, потому что я уже не думала и не верила, что возможно, чтобы со мной вот встретился такой хороший парень, как на этот раз встретил. Пришел. То есть она пошла навстречу, настроенная на провал. То есть потому что из своего предыдущего опыта она понимала, что делала выводы, предсказывала себе, что обязательно будет очередной провал. В Торе
сказано, что когда праотец Яков благословлял своих сыновей, уже перед тем, как он должен был покинуть физический мир, то он в первую очередь говорил о том, что о каких-то сильных качествах каждого сына, когда он его благословлял, и потом уже как бы так очень потихонечку говорил о качествах, которые, либо о промахах, которые постигли этого сына в течение жизни. То есть сначала нам нужно даже самим себе, не только другому тоже, сначала нужно начинать всегда с чего-то хорошего, то есть показать человеку, что ты его уважаешь, что ты его ценишь как божественную душу, а потом очень аккуратно сказать: я понимаю, что ты ненарочно делаешь что-то, что там мне мешает, да, но вот мне это мешает, не мог бы ты изменить свое поведение там или еще что-то, что вот мне мешает. То есть это тоже очень важный принцип, как разговаривать с самим собой. И то же самое себе можно сказать, потому что когда человек ошибается, первая реакция такая, там человек говорит: вот я балбес, как я мог так поступить, да. Нам нельзя ни в коем случае критиковать свою сущность, потому что это неправда, мы все божественные души. Божественные души, они совершенны. Вот, и когда мы говорим там о себе, что вот я балбес, значит, мы говорим о себе в целом, а это неправда. То есть я, может быть, совершил какой-то глупый поступок, какую-то ошибку, но я хороший, я достойный уважения и со стороны себя, и со стороны окружающих. Так вот, почему же мы все-таки боимся часто проявлять какую-то инициативу и начинаем себе предсказывать как бы негативный сценарий развития событий и как бы уговариваем себя, приводим себя к тому, что лучше бездействовать, чем действовать. Так вот, ученые, о которых я уже сегодня вспоминал, Дани Канеман и Амос Тверский, они пришли к следующему выводу, что боль от неудачи, от потери чего-либо, она выражается у человека в два раза сильнее, чем радость от успеха. Да? То есть если у нас что-то не получилось, мы в чем-то провалились в своих глазах или глазах окружающих, нам это в два раза больнее, чем успех, который мы переживаем, нам приятен. Понятно, да? То есть страдание от неуспеха, оно в два раза сильнее, чем, скажем так, приятные переживания от удачи и успеха. И туранические, каббалистические источники объясняют, откуда берет начало вот это свойство человеческое, да, что вот мы так сильно переживаем из-за неудачи, даже сильнее, чем мы радуемся успеху. Сказано, что в трактате «По учению отцов», который много вспоминаем, сказано, что человек из праха земного был создан, и в прах земной он же уйдет после смерти. То есть вот этот принцип, что, по сути дела, мы прах земной, он дает нам на эмоциональном уровне такой фон склонности к грусти. Поэтому человеку свойственно природе человека ожидать что-то такое не самое позитивное в жизни. Но опять же, это происходит из-за того, что человек просто не знает, а каким образом реагировать по-другому. Человек привык реагировать таким образом.
А цель нашей жизни, вообще нахождение в этом мире, это совершенствование себя, то есть приложение усилий ради совершенствования себя. И из-за того, что вот у каждого человека есть базисная склонность к грусти, это, опять же, не должно оправдывать то, что вот человек все время грустный. Да, и вот кто-то сейчас скажет: о, вот теперь я понимаю, почему мне грустно, почему я склонен к депрессии. Не дай бог, это не оправдание. Это просто констатация факта, что да, есть вот такая реальность. В связи с тем, что у нас есть вот эта склонность к грусти и печали, поэтому нам сложно делать какой-то активный выбор, да, то есть в сторону действия. Потому что мы сразу начинаем думать: ну хорошо, если я преуспею, очень хорошо, замечательно. Но если я провалюсь и проиграю, то боль будет в два раза сильнее, чем радость от успеха. Да? То есть не каждый человек себе это говорит, но каждый, как бы подсознательно, каждый человек представляет себе, как он будет страдать, если у него не получится. И тогда человек говорит, что мне проще бездействовать, чем начинать действовать, потому что я не хочу страдать, мне и так достаточно проблем в жизни. Я еще буду сейчас еще из-за чего-то страдать, не хочу. И поэтому человек бездействует. Например, очень часто бывает, опять же, при попытках найти свою пару или при каких-то попытках в бизнесе, там, входить в бизнес, не входить в бизнес, связываться с этими партнерами или не связываться. И то же самое, там, да, как я уже сказал, там, продолжать отношения с этим человеком или нет, или искать новые отношения. И для того, чтобы все-таки принять решение, как можно помочь такому человеку принять решение? Или помочь себе принять решение? Нужно наш выбор перевернуть с активной позиции в пассивную. Что это значит? Задать себе вопрос: а вот если мой там партнер по отношениям, неважно каким, бизнес-отношениям, или мой партнер по попытке создать, да, семью, семейные отношения, если этот человек сейчас скажет, что вот он хочет прекратить отношения, как я отреагирую на это? Да? То есть мы себя ставим в пассивную форму, что за нас якобы кто-то решает. Да? Как мы реагируем? Если мы реагируем так: ой, ну и слава богу, что он решит, а не я должна решать, или наоборот. Ну и слава богу, а то, как говорится, тяжело нести, да жалко бросить, да? В такой ситуации, ну хорошо, значит, продолжение не нужно никому. То есть вам в первую очередь оно не нужно. Если вы решаете, что вот если та сторона откажется, ну и слава богу, фух, сдыхались, да? Так проще принять решение. Почему? Потому что даже в своей фантазии, когда вы подумали, а вот если он или она, или там партнеры какие-то по бизнесу откажутся, да, ну и слава богу, фу, хорошо, что мне не пришлось принимать решение. На самом деле мы же сами и приняли решение. Но рассматривать с такой якобы пассивной точки зрения нам легче принять решение. Например, еще приведу пример. Существует такая международная организация по пересадке органов. Если человек, не дай бог, там трагически погибает, если он подписал в этой организации соответствующее соглашение, что вот он готов, не дай бог, ни про кого будет сказано, в случае гибели трагической, он завещает свои органы на то, чтобы вот их пересадили другому человеку и спасли жизнь таким образом очень часто, то вот он на это согласен. Теперь без такого согласия
практически невозможно или очень сложно там пересаживать органы, а каждая минута на счету, потому что орган не может долго находиться без хозяина. Вот. Так вот, было проведено статистическое исследование, что в тех странах, где человек должен дать свое согласие на то, чтобы, не дай бог, в такой вот трагической ситуации он стал донором органов, то в странах, где человек должен дать свое согласие, да, его призывают всех там, вот агитируют, подпишитесь на это, то соглашается всего 4% людей. Теперь в странах, где подобная процедура юридическая введена в ранг закона, то есть по закону любой трагически погибший человек, его органы как бы по закону государства сразу становятся донорскими органами. Теперь, если человек протестует против этого, то вот тогда он должен подписать документы, что я протестую, не согласен я с этим. Так вот, в таких странах практически 100% готовность людей, ну, юридически, во всяком случае, быть, не дай бог, ни про кого сказано, донорами органов в случае трагической гибели. Почему? Да, потому что, опять же, человек пассивен и говорит, ну, что я сейчас пойду, это нужно идти куда-то, что-то подписывать там где-то, тратить на это время, ну и бог с ним там, вот уже, я же уже все равно, мне уже будет все равно, так пусть делают, что хотят. То есть в отношении одного и того же процесса абсолютно разные результаты. Почему? Опять же, потому что использован вот этот психологический подход, что в пассиве решать что-то или не принимать решение человеку гораздо легче, чем брать на себя ответственность и принимать решение активно. То есть это нам показывает, что мы очень часто в принятии своих решений зависим от своего настроения. И это, ну, скажем так, то есть от своего эмоционального состояния. И это очень часто может с человеком сыграть злую шутку. Например, еще один пример вам приведу, что вот в израильских тюрьмах в комиссии по досрочному освобождению заключенных провели статистику. То есть посмотрели дела заключенных, которые рассматриваются с утра этой комиссии. Там практически до определенного часа 80% решений освободить заключенного досрочно. Чем ближе к обеду, да, то есть люди уже устают, члены комиссии уже устают, тем начинаются показатели решения комиссии освободить человека, эти решения начинают падать. То есть комиссия больше принимает решение не освобождать. Потом после обеда, да, когда комиссия пообедала, отдохнула, опять процент принятия решений освободить человека повышается. И к концу рабочего дня, обычно в последний, там, я не знаю, час-полчаса, еще не было случая, чтобы было принято решение, да, освободить человека досрочно. То есть эти несчастные, которые по жребию попали в конце дня, в эту комиссию никого никогда не освобождают. Почему? Потому что члены комиссии уже устали, они тоже люди. Им проще сказать, чем рассматривать, вот почему да, там рассматривать колоссальное количество факторов, насколько этот человек исправился, не справился, проще, да, этот пусть сидит. Да? Это слышится ужасно просто, потому что это судьба человека, человек должен будет провести еще дополнительное время в заключении, но человеческий фактор, как говорится, решает, и так это складывается, что не в лучшую сторону для заключенных.
Поэтому, если вам нужно принимать какое-то решение, или вы ждете принятия решения от другого человека, есть, скажем так, элементарные базисные законы, как и когда это делать. Во-первых, чтобы человек был не уставшим, чтобы человек был сытым, да, не голодным человеком, потому что если человек голодный, он тоже не хочет во что-то там вникать, ему побыстрее бы закончить и побежать утолить свой голод. То есть помните, как в сказках всегда говорилось, ты меня накорми, напои, спать уложи, и утро вечером мудренее. То есть, а потом поговорим, когда я отдохну, насычусь, да, то есть утолю все свои базисные потребности, тогда можно будет разговаривать. Высплюсь. Еще один пример в семейных отношениях. Я просто сам был свидетелем подобного разговора, когда там говорят о какой-то паре, и говорят, вот она его, видимо, очень сильно любит, он непростой человек, и так с ним сложно, даже в дружеских отношениях, видимо, его жена его очень сильно любит. Так спрашивают, а что ты взял, что он его сильно любит? Ну как, они уже там 20 лет вместе, если бы она его не любила, он такой сложный человек. Наверное, она не прожила бы с ним 20 лет. Так вот, ответ в такой ситуации, что неизвестно, как его она его любит, но для того, чтобы уйти от человека, его нужно там начать ненавидеть, испытывать к нему какую-то ненависть, какие-то негативные эмоции, да. И в данном случае, что если женщина живет с мужем, про которого все говорят, что он очень непростой человек, очень сложный даже человек, тяжелый человек, а она с ним живет, то, наверное, она его просто недостаточно не ненавидит, да? То есть она недостаточно испытывает к нему негативных каких-то эмоций для того, чтобы решиться на то, что все, больше не могу, ухожу. То есть это не всегда показатель позитива, да, если мы что-то продолжаем делать и что-то терпим. Знаете, как говорят, что самое ужасное, анекдот такой, да, что самое ужасное, когда вот уже все, умер, тихонечко лежишь, и тут доктор, бац, тебя током, и опять сердце пошло, и завтра тебе к 9 на работу. Да, то есть можно рассматривать двояко подобную ситуацию, спасли человеку жизнь, а человек в глубочайшей депрессии, он уже надеялся, ну все, наконец-то уже все, я ухожу из этой жизни, ухожу из этого мира, да, его раз и реанимировали. Поэтому, разумеется, все зависит от эмоционального видения человека данной конкретной ситуации. То есть активное решение, активное взятие ответственности себя людям – это очень сложно. То есть есть люди, которые умеют, могут, любят это делать, но большинство людей стараются как-то это вот все не взваливать на свои плечи. И поэтому любые изменения, они требуют взятия ответственности. То есть будь то духовный рост человека, или там диета, учеба, какие-то изменения в своей жизни, там, взятие на себя решение того, что я хочу связать жизнь свою с этим человеком, и так далее, и тому подобное. Это всегда требуется активного решения, но за это человек удостаивается как бы возможности изменений в лучшую сторону в своей жизни. Теперь был такой один, или, может быть, он еще жив, я не знаю, лектор американский Шон Стимсон. И он родился с очень серьезной генетической проблемой.
У него были генетически ломкие кости, то есть уже даже вот только он был новорожденный, его родителям сказали, что как бы, скорее всего, этот ребенок не проживет долго. И вот я видел, что ему было лет 35, он действительно был очень такой несчастный человек в инвалидной коляске, но он при этом был очень популярным лектором и преподавал во многих высших учебных заведениях. И вот он говорил, что как бы объяснял людям, вот говорил, что смотрите, вот в какой ситуации я родился уже инвалидом, и как бы все ожидали, что вот там у меня сломается ребро и проткнет мне какое-нибудь там легкое или сердце, или еще что-нибудь, не дай бог. Я не выживу, вот мне уже 35 лет, я живу и добился очень многого в жизни. И вот он говорит о принципах, которых бы стоило придерживаться каждому человеку для того, чтобы продвигаться в жизни в любой ситуации. Первое, о чем он говорит, это никогда не верить и не слушать себя или других, если сказанное не поддерживает и укрепляет тебя, да? То есть, если у тебя внутри тебя, внутри себя ты слышишь какие-то голоса, ну, мы не говорим там, да, не нужно сразу думать о сумасшествии, у каждого человека есть какой-то вот внутренний диалог с самим собой, многие люди вслух рассуждают, да, это иногда очень интересно наблюдать. Так вот, если человек сам с собой разговаривая, сам с собой выясняя что-то, слышит, что этот внутренний голос его критикует, его оскорбляет, его принижает. Просто не хочу и не буду тебя слушать. Не верю тебе. Можешь говорить все, что угодно. Я не верю. И довести вот подобное неверие и неслушание до уровня просто фантастического мастерства. Как только возникает что-то, какая-то плохая мысль, которая начинает заниматься самоуничижением, самокусанием, самопожиранием. Не хочу, не верю, не слушаю, не верю и вообще не принимаю. Значит, австралийские исследователи пришли к выводу, что как бы, опять же, статистически подсчитали, что приблизительно 23 раза в день ребенок получает какие-то от взрослых, неважно, от родителей, от учителей, воспитателей, получает где-то 23 каких-то унизительных, оскорбительных высказывания или критики. И мы с вами уже говорили, что критика, она, по сути дела, она не бывает критикой созидательной, да, потому что критика, она всегда разрушительна. Потому что если мы критикуем человека, мы говорим, что у него есть какие-то недостатки, то это разрушительно. А когда нужно, нужно сказать, что вот смотри, вот в данном случае была допущена какая-то ошибка, то есть или был неправильный поступок совершен, но мы не говорим, что ты там вообще безрукий, безмозглый и так далее. Так вот, если в среднем каждый день человек получает где-то 23 вот подобных негативных послания из внешнего мира, то нетрудно подсчитать, где-то к 18 годам человек получит 148 тысяч таких посланий. Теперь мы в самом начале с вами говорили, что ничто не уходит незамеченным от нашего подсознания. То есть абсолютно вся информация, которая когда-либо, каким-либо образом проходила через нас или рядом с нами, она есть в нашем подсознании. То есть человек записывает человек записывает внутри себя абсолютно все, что с ним происходило.
не только после рождения, но и во время внутриутробного развития, и даже, поверьте мне пока на слово, я видел это в своей работе, когда занимаюсь регрессивной терапией, то видно, что информация сохранена вообще о всех воплощениях души данного человека. То есть абсолютно все остается внутри нас. Теперь, если ребенка постоянно унижают, критикуют, оскорбляют, и он к 18 годам получает 148 тысяч вот таких маленьких программок, вирусов, которые в трудные минуты начинают ему повторять, кто он и какой он, да, вот эти вот записи нетерпеливых взрослых начинают звучать. И, разумеется, это надламливает волю человека, надламливает его веру в себя и крутится в подсознании, вылезает из подсознания в сознание человека. И, разумеется, такой человек будет менее решительным, он будет меньше себе разрешать чего-то пытаться в жизни, чего-то добиваться в жизни. И просто, по сути дела, таким образом у человека те, кто его критикуют, обзывают, оскорбляют, они, по сути дела, воруют у него его жизнь, его счастье, можно сказать. То есть это очень пагубный, очень аморальный процесс вот, подобного отношения к ребенку. Взрослый часто пользуется тем, что вот он ощущает свое бессилие какое-то или свою какую-то низкую самооценку. И чтобы не срываться на себе, срывается на ребенке, который не может ему противостоять, не может защищаться. Это колоссальная ответственность. И как бы просто подумайте о том, что, не дай бог, создавать ребенку, программировать его на быть неудачником и на провал в жизни. Не дай бог. Поэтому, пожалуйста, очень аккуратно. Опять же, вот если вспомнить написанное в Торе, когда праотец Яаков благословляет своих сыновей, своего сына Ягуду, он как бы сначала ему говорит, что ты как лев, да, но при этом он говорит, что напоминает ему так очень так аккуратным таким намеком что-то о том промахе, который у него был в жизни. Но при этом он ему говорит, ты не забывай, что даже если ты в чем-то и промахнулся, то ты лев. Да? То есть ты царь зверей, царь вообще, царь от Иуды, сына Яакова, пошел весь царский род царей Израиля. И Мессия тоже будет из этого же рода, то есть очень знатный, значимый род. И поэтому сказано, что вот не забывай, что ты лев или львица. Да, иногда львицы, кто знает, кто интересовался, они могут быть и даже покруче львов, как говорится. И они как раз самые активные, они охотницы, они добывают пищу в основном для прайда, а лев он для размножения и для охраны, потому что он обладает такой неимоверной силой, что только от его рыка там все враги разбегаются. Поэтому в какой бы ситуации вы ни находились, нужно всегда помнить, что у вас есть сильное начало, да, ваша божественная душа. И время, как говорится, время лечит. Любые трудности, сложности, они проходят. Человек привыкает или меняется реальность. А если человек упал в ситуации в какой-то и как бы перестал биться за себя же, то это очень, очень обидно и неправильно. Мне всегда в детстве
Мой папа, светлая ему память, рассказывал сказку про двух лягушек, когда вот мне было сложно, я начинал конючить, там уроки не хочу делать, устал. Он мне всегда рассказывал про двух лягушек, помните, которые там упали в банку с молоком и пытались вылезти не в банку, а в этот, в кувшин с молоком. И из кувшина не было опоры, как выпрыгнуть. И как бы одна лягушка решила, ну что я буду тратить силы, и как бы легла на дно там и утонула. А вторая лягушка решила, я буду биться, пока у меня есть силы. Билась, 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 билась лапками, пока она не сбила молоко в масло. И у нее, когда она почувствовала под лапками там у себя комок масла, она на него оперлась, подпрыгнула и выпрыгнула из кувшина. То есть всегда вот в трудных ситуациях человек может сказать, ну не, я все равно, мне ничего не получится. У него это стопроцентно ничего не получится, потому что он даже не предпримет никакой попытки что-то вот, чтобы у него получилось. Человек, который предпринимает попытки, у него тоже может не получиться, но у него больше вероятности, даже если 1% у него есть, то он у него есть, чтобы у него что-то получилось, в отличие от того, кто не прикладывает вообще никаких усилий. Поэтому, когда мы слышим какие-то либо от кого-то, либо от себя же самого высказывания или убеждения, которые ослабляют нас эмоционально, морально, да, то это всегда ложь. И одни из проявлений, есть такие проявления проблемные с человеческой психики, это тревожные состояния и обсессивно-компульсивные состояния. Тревожное состояние, когда человек вот по любому поводу нервничает, уже настолько привыкает нервничать, что он уже натренировывает себя вот таким негативным образом, что он начинает нервничать, его тело на это реагирует. Люди там во время приступов, тревоги, им тяжело дышать, они чувствуют, что вот у них камень на сердце, им сложно концентрироваться. Сложно управлять собой, они могут входить вот в такие панические состояния и так далее, тому подобное. На самом же деле, с духовной точки зрения, все эти состояния, их цель – это как бы нас запутывать, сводить нас с ума и обессиливать. Потому что на самом деле никакой конкретной почвы под этими реакциями нет. То есть, допустим, если человек там конкретно вот он видит рядом с собой, там, я не знаю, льва, да, то это понятно, это конкретная опасность, и это вызывает у человека страх. И страх, как бы он выделяет, при состоянии страха выделяется адреналин, там человек начинает там убегать или как-то что-то пытаться спастись, да, это реальная опасность. Теперь состояние опасения, тревоги и обсессивно-компульсивные состояния – это состояние, когда человек начинает себе, по сути дела, представлять, выдумывать ту опасность, которая не существует. То есть, а если, помните, как на прошлой лекции я говорил про свою хорошую знакомую, которая постоянно себе вот рисует какие-то ситуации, которые, а вот если я вот так, то, наверное, тогда будет так, и тогда будет вот так плохо, и вот так плохо. И при этом никогда в жизни ничего подобного не происходило. Все, что она себе рисовала сценарий, никогда не сбывались. И наоборот, человека просто вот, слава богу, ведут по жизни. Все нормально, все хорошо. Бывают сложности, неприятности, как у всех. Ни у кого не бывает безоблачной и беззаботной жизни. Не для этого мы приходим в этот мир. Такая реальность там просто невозможна. То есть, чтобы вот у человека не было никаких трудностей, которые ему нужно было преодолевать. У всех есть свои трудности. Поэтому говорить, вот нет, вот мне будет, я буду счастливый, мне будет хорошо только тогда. Для меня вообще будет беззаботная жизнь, такого не бывает. Да, люди думают, что вот у меня мало денег, поэтому у меня много сложностей в жизни. Я видел очень богатых людей, я не хочу их проблем. Да.
То есть это абсолютно не связанные вещи. То есть тревожные состояния – это не страх перед реальной опасностью, как мы уже сказали, а это переживание перед вымышленными, потенциально возможными опасностями. Потенциально возможность можно придумать там миллион. Так изо всех из-за них начать переживать, действительно можно свихнуться просто от этого. И наша проблема в том, что мы привыкли верить своим мыслям. То есть, если я так думаю, ну, раз я так думаю, и у меня есть подобный опыт, то, наверное, вот так и получится. И, как мы уже говорили, это очень пагубно, как в примере вот с девушкой, которая пришла неподготовленной на свидание, потому что она уже ходила как бы на эти свидания, чтобы не чувствовать чувство вины за то, что она бездействует. Но она, опять же, очень пассивно к этому ко всему подходила, не веря. И, по сути дела, можно сказать, что истинная как бы тюрьма человека, да, находится в голове. То есть человек сам себя сковывает своими мыслями, убеждениями, заматывает колючей проволокой своего негатива и сам же от этого страдает. И очень, очень, очень обидно, когда такие ситуации. Смотришь, вроде нормальный человек, взрослый, интеллигентный, и вот напридумывал себе и сам поверил. Помните, как говорится, сам шучу и сам смеюсь. А тут сам еще и горюю. Была у меня такая ситуация, но много раз были даже такие ситуации в жизни, когда я там был у меня очень загруженные дни там, и вот я давал лекции в одном месте, потом был индивидуальный прием людей, потом нужно было отвечать на вопросы, потом проводить лекцию еще. Там потом лекцию по интернету. И получалось, что, ну, устал, да, устал, и как бы начинаешь сам себя жалеть. И там мне кто-то спросил, говорит, а что происходит? Я говорю, ой, совсем нехорошо, там. Так плохо себя чувствую. И мне сказали, говорят, ну, для женщин это обычная ситуация. Женщина берет таблеточку и продолжает функционировать дальше. Только мужчинам так сильно тяжело в таких ситуациях. Вот. И я понял, что как бы нужно взять себя в руки и продолжать функционировать. Теперь, по сути дела, все тревожные состояния человека, все вот те, о которых мы говорили, там тревоги, опасения, они существуют только из-за того, что человек постоянно их подкармливает. То есть, если человек перестает на них обращать внимание, то у них нет подпитки. И они начинают просто таять, начинают уходить. Все зависит от того, насколько у человека достаточно выдержки, чтобы не подпитывать эти состояния. То есть, опять же, никто тебе, как сам себе. Теперь известно очень высказывание Генри Форда, который говорит, что если ты веришь в то, что ты не сможешь, или ты веришь в то, что ты да сможешь, то ты прав. Да? То есть, как, если ты веришь в то, что у тебя не получится, ты прав. Если ты веришь, что у тебя получится, ты тоже прав. Почему? Потому что твоя вера, она очень многое определяет. Мы сейчас об этом тоже будем говорить. А,
Да, как вот пример, который мы уже сегодня приводили, что если ты хочешь выиграть в лото и не веришь, что у тебя получится, ты прав, у тебя ничего не получится. Но если ты заполнишь и веришь в то, что ты выиграешь, то у тебя есть шанс выиграть. То есть нам нужно прикладывать старания к тому, что вот, чего мы хотим добиться, будь то налаживание отношений, да, очень важное, будь то достижение каких-то результатов, изменение состояния здоровья, там, карьерные какие-то изменения. Если мы прикладываем усилия, то у нас, да, получается. Теперь, как помочь тебе правильно прикладывать усилия? Есть такой принцип космодрома, да, или на английском называют принцип НАСА. Когда человек ставит себе крайнюю точку времени, когда он должен что-то сделать, то есть обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и все, ракета пошла. И это как бы вот мы видим только там, допустим, по телевидению, как вот идет от 10 этот уже последний отсчет. А на самом деле за несколько лет до старта, может быть, еще до создания ракеты, начинается этот отсчет. То есть запланировано время, когда, что, какие этапы там, в создании ракеты, ее установки, там, подготовки экипажа. То есть обратного пути нет. То есть вот этот отсчет идет и есть точка временная, когда должен произойти запуск. И когда человек вот ставит себя вот в такую, как бы создает себе такое восприятие реальности, что вот ты должен успеть до такого-то момента, то это очень собирает человека, как бы концентрирует его возможности, и как бы его действия становятся очень продуктивными. Знаете, как вот, ну, все студентами были, что человек там не учился, а за ночь до экзамена, он понимает, завтра экзамен, все, отступать уже некуда, завтра запуск, да. И вот сидят там последнюю ночь учатся. Более организованные люди делают это, конечно же, заранее. То есть ты обязан это сделать. А если ты себе не ставишь границы, то есть, да, я начну там, допустим, заниматься спортом или диету, или там работать еще над чем-то, но вот не сегодня, а вот в четверг там или в понедельник, то обычно эти люди все откладывают. То есть нужно себя поставить в ситуацию, что ты обязан что-то сделать, а не заниматься демагогией такой. Один из великих еврейских мудрецов, Раби Моше Хаим Лоцака, он говорил, что человек должен не переставать надеяться. Опять же, почему? Потому что если человек надеется и просит Творца, молится, и у него есть надежда, вот это состояние, когда у тебя есть надежда, оно очень тебя поднимает, оно улучшает твое настроение. И, разумеется, такой человек чувствует себя лучше, чем тот, который уже потерял любую надежду и как бы на все махнул рукой. И сказано даже, что человек, у которого есть надежда, даже если он попадет из-за каких-то своих ошибок в чистилище, в ад, да, он все равно оттуда выйдет, потому что сама надежда является вот той очищающей силой, которая его оттуда вытаскивает. То есть надежда, она привносит в жизнь, она привносит жизненность в любые ситуации, в которых мы находимся. И один из примеров – это когда один американский летчик попал в плен во Вьетнаме и претерпевал там все издевательства и пытки. И потом его освободили из плена, и его спрашивали, как ты выжил? Многие не выжили. Говорит, я выжил благодаря двум вещам. Первое – это то, что я надеялся. У меня всегда была надежда, что я выживу и я вернусь. И второе – это то, что я
У меня было терпение. Я знал, что если не сегодня, так завтра. Если не завтра, то послезавтра. И опять же, это терпение, оно мне помогало не терять надежду. Потому что он говорил, что был такой случай, что пошли слухи, что американцы должны пойти в наступление и отбить, значит, своих пленных. И наступление, были слухи о том, что наступление там в определенную дату, и все уже ждали этого наступления, и все так надеялись, и наступление не произошло. То есть, и очень многих это надломило, что как бы эти люди, они не смогли выдержать плена и не выжили в этом плену. А он говорил, я понимал, ну хорошо, нет, сегодня наступление, значит, оно будет еще через какое-то время, меня обязательно освободят. И также, кстати, в израильской армии воспитывают солдат. Я сам служил, нам всегда говорили, что не дай бог человек попал в плен, но если вы попали в плен, вы должны знать, что мы сделаем все для того, чтобы вас освободить. И если солдат попадает в плен, не дай бог, или там солдат ранен на поле боя, то даже иногда ценой жизни других солдат, и этого солдата израильская армия никогда не оставляет на поле боя. Его обязательно выносит, и поэтому, когда человек знает, когда солдат знает, что его не бросят, его товарищи, его командиры, и то это придает человеку уверенность, и человек более, как бы, с большей отдачей воюет там и выполняет все те приказы, которые ему отдаются. Кстати, в израильской армии командир не имеет права отдать приказ солдату вперед, да, он может отдать приказ только за мной. И поэтому, опять же, это придает уверенности и веры в командира, потому что, ну, только идиот может там встать и полезть под пули. То есть, когда ты ведешь за собой солдата, ты знаешь, что ты первым должен подняться в атаку, то ты 30 раз подумаешь вообще, прежде чем самому рисковать и подвергать риску других. Послать, сказать, давайте вы вперед, а я вот тут вот буду кричать сзади ура, это очень легко, но чем это кончается, мы знаем. Еще одно исследование, о котором я хотел бы вспомнить, это проводили исследования среди детей и разделили детей на две группы. Одному ребенку говорили, что вот ты должен себе сказать, что ставили перед ним конфеты, да, и говорили, что ты должен себе сказать, что я не съем конфету. Я не съем конфету. А другим детям говорили, ты должен себе сказать, я не ем конфеты, просто вообще их не ем. Да? Притом этим всем детям были не запрещены конфеты, они не были там по каким-то медицинским показаниям запрещены. Просто вот их как бы настроили на то, что одна группа, что я не съем конфету, да? А вторая группа, я не ем конфеты. Значит, те, кто говорили, я не съем, то есть как бы в будущем, да, если начать разбор этой фразы, то в будущем я не съем конфету, то успех, удержаться смогли только 39% детей. Потому что если я вот буду когда-то что-то делать, вот сейчас дайте мне получить удовольствие, а когда-то я буду, что я буду обязательно, но сейчас дайте мне получить удовольствие от того, что есть. А когда человек себя настраивает, все, я к этому вообще не прикасаюсь, я не ем конфеты, то там был успех 64%. Даже среди детей, мы знаем, что ребенку сложнее себя удержать, там свои какие-то там желания. Да? Взрослому человеку можно объяснить, ребенку сложнее. Но 64% детей справились с тем, чтобы не притронуться к конфетам, когда им говорят, я не ем конфеты. То есть даже такое, даже реальности такой быть не может, что вот я съел конфету. Да? Не в будущем когда-то, а сейчас я не ем конфеты. Кстати, это очень эффективно помогает, когда человек пытается соблюдать диету. И человек себе говорит, я просто это не ем больше. Там, то, что ему запрещено по его диете, то ему легче как бы переносить тяготы диеты и справляться с ним. Вот. То есть, если я от себя требую сейчас, а не когда-то, вероятность успеха, она гораздо больше. Теперь, еще одна вещь, которую человек должен понять, это то, что
я не являюсь своей ситуацией. То есть я не ситуация, в которой я нахожусь. То есть я, а есть ситуация, может быть, она какая-то неблагоприятная ситуация. Я нахожусь в этой ситуации, но я не являюсь этой ситуацией. То есть я гораздо больше, чем эта ситуация. То есть ситуация, она проходящая, а я как бы, я продолжу потом дальше, даже если эта ситуация негативная. Потому что я помню, не помню, рассказывал вам или нет, я профессионально в детстве занимался теннисом, и тренер там не очень хорошо ко мне относился, и я проиграл какую-то игру, не помню, сколько мне лет было, наверное, 10-12. Я очень хотел преуспеть, но я проиграл вот соревнование, проиграл, в финале проиграл, и мне тренер так обозленно мне сказал: тебе никогда, никогда не быть чемпионом уимблдонского турнира, один из самых престижных теннисных турниров. И я помню вот сейчас, конечно, сейчас уже с улыбкой, свое состояние тогда, мне казалось, что вот все, мир просто рушится, жить дальше не для чего, потому что, ну, зачем, если вот приговор произнесен, да. На самом деле, нам себя нужно готовить к тому, и детей воспитывать таким образом, что бывает неудачи, ничего страшного, и что бы тебе ни говорили, если эти слова не направлены на твою поддержку, а наоборот, на оскорбление, унижение, непродуктивную критику, просто не слушай их. Так мне тогда родители посоветовали, сказали, что ты не обращаешь внимания. Все будет хорошо. Слава Богу. Может быть, другая крайность, как бы, если ребенок не там, такая есть притча про то, как ребенок не разговаривал, да, и в 5 лет вдруг за обедом он маме говорит: тут суп, в супе соли не хватает. Родители обратно: так ты уже начал говорить, а что ж ты раньше не говорил? Он говорит: раньше все, в супе было достаточно соли, не о чем было говорить. Все было в порядке. Это тоже неправильный подход, потому что для того, чтобы наша жизнь складывалась гармонично, мы должны зажигать в жизни позитив. То есть мы должны стараться видеть в других людях их сильные качества, должны стараться говорить людям о их сильных качествах. Если мы... Я просто это знаю вот по своей жизни, по своему окружению, что вот когда ты людям часто говоришь о том, какие они хорошие, какое замечательное у них там какое-то качество, талант, да, людям это приятно и как бы создается такой резонанс в обществе, в группе, да, вокруг тебя, что люди друг другу начинают говорить какие-то комплименты, подчеркивать какие-то приятные моменты, и возникает и усиливается атмосфера дружелюбности, атмосфера позитива, до густоты такой вот этот позитив возникает, и это начинает осознанно, подсознательно влиять на каждого присутствующего. То есть люди говорят: слушай, так хорошо тут, вот непонятно, вот так хорошо провели время, такие приятные люди. Хотя те же самые люди, которые были всегда, но когда создается, вот навязывается этот позитив, а как бы свято место пусто не бывает. То есть либо навязывается позитив, либо навязывается негатив. Одно из двух. Третьего не дано. Поэтому лучше навязывать позитив. Теперь, опять же, в Торе говорится о том, что когда праотец Яаков благословлял сыновей Йосефа, Эфраима и Менаше, то он сначала дал благословение младшему, хотя, как бы, по, как говорится, табелю о рангах, да, сначала нужно было благословить старшего внука, а потом младшего. И наши мудрецы нам заповедуют, чтобы мы благословляли своих сыновей, как вот Эфраим и Менаше, сыновья Йосефа. Почему? Одно из объяснений, что
когда дедушка поменял очередность благословения, то младший внук, которого благословили первым, он не возгордился, а старший внук не рассердился и не стал завидовать. То есть они настолько были умиротворенные, и каждый себе сказал, что если дедушка так решил, значит, дедушка у нас такой праведный. И даже если бы дедушка по ошибке, то есть ошибки, случайности не случайны, значит, этого хотел Творец мира, который руководит абсолютно всем миром. Значит, так и будет, так и должно быть. Они восприняли это спокойно и умиротворенно. Это еще больше подняло их духовный уровень и еще больше им помогло принять то благословение, которое их праведный дедушка им дал. Поэтому, когда мы тренируем себя не завидовать, не поддаваться гордыне, не искать каких-то похвал в жизни, да, то нам становится спокойнее, более размеренной наша жизнь становится, и мы от этого чувствуем только больше умиротворения и в результате этого счастья. Поэтому это очень важно. То есть еще раз повторюсь, что каждый из нас не является ситуацией, в которой он находится. Ситуация меняется, и не нужно себя жалеть. Но и в то же время не нужно себя там слишком усердно там требовать от себя и грызть себя, да, вот там просто доводя себя до какого-то умопомрачительного аскетизма, это другая крайность. Подведем итог. То, о чем мы сегодня говорили. То есть, первое – это не принимать, не верить и не слушать просто негативную какую-то информацию, которая унижает нас, оскорбляет, понижает нас в глазах себя же, которая не слушать критику в отношении нашей сущности, да, потому что по сути своей мы божественные души и являемся совершенством. Просто нужно как бы это совершенство приводить в наш мир. Второй момент, что истинные сложности и трудности, как нам кажется, на самом деле они находятся лишь в нашей голове, да, в нашем видении, понимании, в нашей вере в них. То есть если мы научим себя как бы стараться видеть позитив, стараться объяснять любую ситуацию с точки зрения позитива, даже если мы не понимаем, в чем позитив этой ситуации, говорить, ну вот все равно все к лучшему. Я верю, что все к лучшему. Но при этом там быть сострадательными, разумеется, людьми, добрыми, отзывчивыми и так далее. Не злыми, не завистливыми, не агрессивными, то мир, как зеркало, нам будет отражать эту реальность. Третий момент – это что даже когда мы преуспеваем, мы не пытаемся там поднимать себя выше другого человека, да, и учиться радоваться, искренне радоваться за других. Знаете, как говорят, что человек, когда слишком высоко задирает свой нос, то можно разглядеть его насморк, его сопли. Да? Поэтому нос высоко не поднимай, а немножко, наоборот, прикрывай. Будь скромным и сдержанным. И самое главное, что в любой ситуации, в какой бы ты ни находился, даже если ты чувствуешь, что тебя просто вот ты просто размазан уже по жизни, да, тебя распластало, помни, что ты лев, да, то есть помни, что ты божественная душа, что в тебе нескончаемые ресурсы, нескончаемые возможности, что мир создан для тебя, каждый из нас так должен воспринимать мир, что мир является проявлением абсолютно доброго
всемогущего Творца, и даже если нам кажется, что что-то плохо, то это в силу нашей ограниченности. То есть всегда верить, тренировать, верить, что все будет хорошо. Я верю, что все будет хорошо. Даже если я не знаю, каким образом это хорошо будет, оно все равно будет. Я верю, и я набираюсь терпения, и я жду проявления этого хорошо. Надеюсь, что у нас с вами будет это получаться. Вопросы? Алло. Всем все ясно. Задумались. Задумал. Ну, замечательно. Говорил, что люблю такие ситуации, значит, я был очень ясный и понятный. Добрый вечер. Можно спросить? Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена. Хотела вопрос задать по вашей теории, о которой вы говорите, что если тебе говорят приятное для тебя, что тебе не нравится, нужно говорить, это все неправда, не хочу верить, да? Я правильно поняла, да? Ну, более конкретно задайте свой вопрос, потому что... Ага. Просто согласно вашей теории, если я говорю своей дочери, что у нее огромные проблемы со здоровьем, что ей нужно заняться собой, нужно взять себя в руки, она должна себе говорить, я ничего не верю, это все неправда, я тебе не верю, нет, так? Нет, 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 это не, нет, это не так. Во-первых, вопрос это в том, не как... Это не теория, во-первых, простите за вмешательство. Что? Я говорю, что, простите за вмешательство, это не теория. Ну да, во-первых, это не теория, это практика. А во-вторых, вот вопрос, как вы скажете, понимаете? Я понимаю, что вы как мать переживаете за здоровье своей дочери, но если вы ей скажете, что смотри, ты страдаешь, у тебя есть какие-то там проблемы, которые тебе мешают, я очень хочу тебе помочь, да, и для взять тебя в руки, это вообще не звучит, да, то есть, ну как взять себя в руки? Говорить нужно о конкретных вещах, что вот если ты будешь стараться и делать вот это и вот это, то тогда тебе будет легче, ты будешь меньше страдать, и тебе это выгодно. А если ты не будешь делать, то ты будешь страдать и как бы мучиться. Я буду очень, конечно, от этого расстроен и сожалеть, и сострадать тебе, но ситуация будет такой. То есть пока человек не поймет выгодность того, что ему предлагают, он ничего не будет делать. Поэтому вопрос, как это все преподнести, и от нас, на нас, родителях, ответственность, чтобы преподнести это не просто как бы через какую-то свою панику, а чтобы ребенок вообще понял, что ты от него хочешь и зачем ему это все надо. Если ребенок начинает понимать и осознавать выгодность того, что вы ему предлагаете, обычно он будет это делать. Иногда ребенок может упрямиться. Значит, его нужно на какое-то время, если вы увидите, что есть такая возможность, оставить в покое, чтобы он как бы немножко дозрел, доварился до того, чтобы он сам принял это решение, что он должен это делать. Потому что по-любому, пока он сам не примет этого решения, если это ребенок уже там достаточно взрослый, то ничего не будет происходить. Разумеется, речь не идет там о совсем маленьких, которых там не всегда ребенок может осознать. Но если вы видите, что ребенок осознает ситуацию, то подход соответствующий. Я ответил на ваш вопрос? До меня эти слова доходят. Вот почему-то до моей дочери не доходят. Я ей уже говорила, как вы сказали, и объясняла, что и внушала ей, что ты сама сможешь справиться. Тебе только нужно взять волю в кулак, да? Давай я тебе помогу чем-то. Я буду рада тебе помочь чем-то. Давай вместе это что-то сделаем, да? Надо просто предложить ребенку, предложить ребенку сказать, вот давай. Да ребенку уже 23 года. А, ну тогда вообще оставьте ее в покое. Смотрите, можно сказать, что вот давай вместе пойдем и будем делать вот то-то, да, что вы хотите, там, я не знаю, на какую тему вы хотите ей помогать своей дочери. Вот, потому что у нее уже оскомина от ваших предложений, потому что, скорее всего, вы ей давно уже пытаетесь помочь.
И да. Очень часто, знаете, как говорится, в своем отечестве пророков нет. То есть иногда родителей очень сложно услышать. Лучше в такой ситуации найти кого-то извне, кто бы мог донести ваши идеи. Они тогда будут очень быстренько приняты, потому что на вас у нее уже идет как такая реакция, что «Ой, мама, ты сейчас опять будешь». Она уже даже вас просто не слушает. Да, да, да. Так и есть. Ну вот. Поэтому лучше, чтобы как бы кому-то за профессиональной помощью она обратилась. Угу. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы. Вероятно, это был последний вопрос. Окей. Все, большое спасибо тогда. До следующей встречи. Спасибо, Саша. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Большое спасибо большое.